наши так, оппоненты, наши партнеры, они выработали очень правильную тактику и в известной степени, конечно, своих целей в тактическом плане добиваются. Но я думаю, что в долгую мы все равно выиграем. Конечно, и французская, и немецкая экономики тоже страдают от санкций. Мы, конечно же, думали о различных способах, чтобы обойти эту проблему. Греция изначально была против санкций. Мы исходили из того, что Россия оставит восток Украины, и я бы в целом это приветствовал. Предполагалось также, что санкции вынудят Россию оставить Крым. Думаю, спустя 3 года после введения санкций все поняли, Россия осталась верна своему курсу. Владимирович, санкции-то отменят? Если верить тому, что... Мы не вводили санкции. Вы спросите у тех, кто отменил. У вас же была такая возможность. Был же тут наш добрый друг из Чехии, совершенно замечательный, говорил хорошо. Но, казалось бы, прояви упорство. А что они могут сделать? Они очень зависимы внутри Евросоюза. Они самостоятельно ничего не могут сделать. Так кто же тогда в мире самостоятельные игроки? Россия. Ну и, наверное, все-таки Америка. Есть еще несколько стран. Но я за них не отвечаю. Вот у них спросите, насколько они самостоятельны. Это, понимаете, когда там происходят какие-то внутриполитические сложные процессы, то они становятся зависимыми от этих процессов. Они становятся малопредсказуемыми. Надежность снижается. И возникает вопрос, они зависимы или независимы? И от кого они зависят?